четверг стартовал проект «Дни толерантности» в Ярославле. Открытие серии акций для учащихся приурочено к празднику народного единства. Школьники нашего города демонстрировали знания о народах, проживающих на ярославской земле, творческими выступлениями. Отмечу, в нашем крае насчитывается более 150 различных национальностей. Проект «Дни толерантности» проводится в регионе ежегодно, стартует осенью, а завершается весной большим детским фестивалем. Единство страны очень важно. И вот каждое мероприятие, хоть самое маленькое, которое несет в себе вот такую нагрузку по развитию диалога, по познанию культуры друг друга, это большого стоит. Очень важно знать культуры народов, знать языки, учиться дружбе. И вот эти проекты, в том числе то, что проводится в школах, на площадках Ассамблеи народов России, они способствуют развитию диалога. Мы очень рады участвовать еще раз в таком масштабном мероприятии. Мы очень рады показать свою культуру, показать, насколько мы красивы, скромны. Это очень важно, на самом деле. Мы должны быть все дружными на одной земле, потому что живем, должны быть друг об руку, должны быть друзьями, и это самое главное.